Вот это. Вот такой вот гаечный ключ. Он выглядит вот таким вот образом, поэтому как-то его конкретно показать я не могу. Вот это вот фон, это машина. Вот картина из песка сделана, вот. Картина из песка, это вот такой фон, потому что сзади за фоном там, в общем, место, которое отражает вот это все, что можно видеть. Поэтому вот такой вот фон я выбрал. Ну, это слегка провод от зарядки. Его я никуда не могу деть. Вот это гаечный ключ. Вот таким вот образом он выглядит. Вот такой он отсвечивает, он железный. Ржавый уже. Я не думаю, что это очень интересно смотреть, но мне хотелось его показать. Потому что вот такой ключ, он у меня давно. Поэтому мне хотелось показать, что он у меня есть. Потому что вот такой ключ, он очень интересный, очень удобный, очень хорошего использования. Ключ. Поэтому я не мог его не показать. Потому что я всегда думаю, что нужно показывать вещи не просто так, чтобы насколько эта вещь, это вещь. Нужно показывать реально интересные вещи. Потому что если у вас этих вещей нет, если у вас этих вещей нет, то это не повод не задуматься, что их можно где-нибудь приобрести. Да. Конечно, если я его на металл сдам, то он будет стоить там 2 гривны. А если я бы его продавал, то он бы стоил не 2 гривны уже, а несколько сотен. Поэтому я его просто не продаю. Он самому нужен, он всегда полезен, всегда хорош. Сейчас я покажу вот тут вот 2 дырочки. Это я так и не знаю для чего, вот. Они сделаны немножко мутно-мутно. Но это такое дело, вот. Вот. Вот это вот ключ. Мутнянский. Видно, короче, как-то так. Это вот номер ключа. Номер 10. Вот этот номер 10. Сам он выглядит вот так. Вот. Это просто уже ржавчина, ее никуда не дену. Это не грязь. Это не брут, это не грязь. Это так. Как моя будет. Это номер 10 ключ. Я буду показывать разных ракурсов, потому что там мутно, там не мутно. Здесь вот написано ВМЗ. Вот делали, вот. На заводе ЛМЗ. Вот. Так вот красиво отсвечивается надпись. Вот это вот большой ключ. Вот это вот большой ключ. Он не номер 10, он... Давай сейчас наведем на резкости. 0,7. То есть 17. Вот резкость навела сейчас. Четко говорю, он 17. Вот. 7, вот, 1. Вот так вот он это и выглядит. Тоже ржавый, но железный, он очень крепкий, прочный. Еще лет 100 точно прослужит, потому что его он тяжелый, хороший, прочный, поэтому его сломать как бы тяжело. Вот этот вот номер 17, я думаю, это стоит вашего внимания, вот. Вот это. По прочности где-то чуть-чуть легче, чем молоток. Потому что у молотка что-то внутри есть, а тут чего-то нет. Вот это вот номер 12.
Номер 12 видно тоже хорошо. Вот так вот. Сейчас покажу внутри. Ой, внутри что-то непонятное. Но он так сделан, я его не ломал. Я его вот не ломал. Он такой вот и есть, как его видно на видео. Сейчас солнышко светит, поэтому хорошо, думаю, будет видно. Вот как у пушки. Как у пушки вот такая вот массивная вот эта вот часть. Вот. Верхняя вот. Могу ее показать ниже, вот. Вот это вот массивность, вот это вот качество. Хотел показать еще вот эту вот. Номер 14. Вот. Буду основанно показывать, вот. По бокам, как всегда. Номер 14, и внутри хорошо смотрится. Вот тут вот написано 208. А уже вот на это вот ключе. Тут на этом ключе вот ничего не написано, поэтому кроме циферки 208, которая ни о чем не говорит, я показать не могу номер этого ключа. Смотрит он вот так вот, как пушка. Туда такое, это, короче, как бы ядро ложишь, а вот с той стороны, где у меня палец, там поджигаешь и стреляешь. Вот. Что-то типа такого у меня представляется, когда я вот так вот на камеру показываю близко, близко, близко. На самом деле он вот, как бы небольшой такой ключ. А когда показываю, это кажется вот большой, вот что-то такое вот. Номер этого ключа я показать не могу, но здесь самое большое отверстие, поэтому стоит посмотреть. Сейчас еще раз. Вот так вот. Поэтому спасибо всем за просмотр. Я надеюсь, вам понравился вот такой вот гаечный ключ. Ну и, конечно же, вот такая вот песочная картина машины. Картина — это просто фон. Но все равно, думаю, приятно и красиво.